Рады вітаць усіх, хто цікавіцца гісторыяй сваёй краіны. Гэтым разам мы не едзем далёка, застаемся ў межах Мінскага раёна. Будзем разам паглыбляцца наперад у яго мінулае. Гэткім чынам мы прыехалі ў Міханавічы. Тут нам абяцалі знаёмства з цудоўным фальклорным калектывам. Да таго ж, я абавязкова распавайду вам пра гісторыю мястэчка. Ну а пакуль слова Юрасю Вашчуку. Всем привет! Сегодня в нашей экспериментальной программе «Эксперимент в квадрате». И я беру на себя смелость взяться за его воплощение. Ну а моими помощниками будут исполнители той самой песни, над которой мы и будем работать. Участники ансамбля «Колыханка». Тео – сольный проект Юрася Вашчука, соліста Державного академического оркестра под керавництвом Михаила Финберга, пераможца национального отборочного тура «Евробачення-2014». Гэткім чынам тут, у Міханавічах, мы завіталі ў госці да ўзорнага фальклорнага ансамбля «Колыханка». Пагадзіцеся, заўсёды цікава даведацца, адкуль, з чаго і з каго пачыналася гісторыя калектыву. Колісь даўно, 25 гадоў назад, у нас была тэлепраграма «Колыханка». Адзін раз на месяц мы садзіліся ў кадры, расказвалі, якія святы на Беларусі народныя святкуюцца, расказвалі казкі, народныя песні спявалі. І вот так пайшоў калектыў з тае пары. Спачатку сабралі яго пад «Колыханку», а тады і захапіліся тую справу, і так і спяем з тае пары. Натуральна, што рэпертуар кожнага фальклорнага калектыву складваецца по-своему. У «Колыханки» в этом сэнсе есть свои адметности. Ну, народные песни до родных святов на початку, да, первая масленица была у нас, потом Великдень, сороки были, троицы и так далее. Вот так пошли. На початку были только календарные песни, а потом уже разные народные фольклорные песни. Вот, и мы ездили далеко, потому что у одной бабуля, дядуля живут в Ельском районе, у другого у некого в Житковицком районе. У ананчицы много ездили у вёску, в Салігорский район. Ёсць «Колыханки», мы тут записывали, колись ездили у Польшу с программой белорусских «Колыханок», там была конференция по «Колыханках», и мы записывали у себе, на 20 минут набрали «Колыханок» у Михановичах. Мы по жердочке, да, мы по тоненькой, по-яловенькой, мы по тоненькой, по-яловенькой. Только жердочка гнётся, да не ломится, только жердочка гнётся, да не ломится. Хорошо с людьми жить, як не сварится, хорошо с людьми жить, як не сварится. Хоть посварится, разругается, хоть посварится, разругается. Як пойду я молода за новые ворота, як пойду я молода за новые ворота. За новые те совы, за рачистовые, за новые те совые, за рачистовые. Як пушу я сокола за правого рукава, як пушу я сокола за правого рукава. Ты ляти, ляти соко, высоко и далеко, ты ляти, ляти соко, высоко и далеко. Станцыя Міханавічы ўзнікае падчас увядзення ў эксплуатацыю участка Лібава-Роменскай чыгункі 16 верасня 1873 года.
Чыгуначная станцыя атрымлівае сваю назву ад суседняй вёскі Міханавічы. У гэтай вёсцы на беразе Свіслачы знаходзілася вадакачка. З дапамогаю яе на станцыі вадой запраўляліся цягнікі. Дарэчы, гэтая вадакачка ў гістарычнай літаратуры ўзгадваецца як месца правядзення другога з'езду партызан Мінскага ўезду падчас савецка-польскай вайны. Плача, плача, салавейко. Плаче соловейко, бураля сыпаваляла. Бураля сыпаваляла. Бураля сыпаваляла, дай гнездечки поскидала. Не плачь, не плачь, соловейко. Не плачь, не плачь, соловейко, будут яше выше. Будут яше выше шия, будут яше выше шия, да гнездечки теплейшия. Тут, у пасёлку Міханавічы Мінскага района, у тутэйшым доме фольклору, мы слухаем узорны фольклорны ансамбль «Калыханка». Это песні такія прыродныя. Яны як пра салавейку, але яны яшчэ гаворацца і пра людзей, якіх не будзе. Асабіста мне заўсёды цікава, наколькі і як менавіта дзеці разумеюць сэнс таго, пра што яны спяваюць. Вот животныя яны іногда похожы на чалавека. І чалавек можа так жа паступіць, як і звер. Ім што-небудзь шкада, ім што-небудзь горача ці смешна. Відавочна, што лепшыя строі для фальклорнага калектыву – гэта тыя, што створаныя сваімі рукамі. Гэтыя касцюмы вышывала Лариса Николаевна з старшымі дзяўчатамі. Яны калісьці абменьвалі на пасцельнае бельё лён у бабушак. І вось Лариса Николаевна са старшымі дзяўчатамі сядзела, шыла ўручную крэсцікам. Мы капіравалі касцюмы аўтэнтычныя. Нас запросили у программу «Крок», была такая на телебачине, а нам нечего было еще надеть, и мы кинулись у вёску. Библиотекарка там знакомая каже, приезжай, у нас тут есть, пропадая одение, я приехала, они мне надавали усяго, и мы привезли, а уже костюмчики были старенькие, они быстренько сносились, выносились, и мы тогда решили новые пошить, вот, зробили копии. Рано солнце всходит, вечера заходит, казак для дівчини, казак для дівчини, що вечора ходить. Не ходи, козаче, ти мене не возьмеш. Ти богача бідна, ти богача бідна, ти мене не возьмеш. Хоч і не часы станцыя Міханавічы адносна невялікі населены пункт, але ў 20-е гады мінулага стагоддзя сюды пачынаюць прыязджаць маладыя людзі для работы на торфапрадпрыемстве Міханавічы. Для іх будуюцца жылыя баракі, сталовая і крама. Падчас вялікай айчыннай вайны ў адным з гэтых баракаў фашысты ўтрымлівалі каля 100 ваеннапалонных, якіх скарыстоўвалі для здабычы торфу. А непадалёк ад вёскі ў лясах дзейнічала партызанская брыгада імя Калініна. Поле я же при дорозе мала да дзяўчына чорна біла чыма пшанічаньку
по-ранейшему у Міхановичах у гостях во узорного фольклорного ансамбля «Колыханка». Плівачима пшаничаньку поле, пшаничаньку поле, яшель вибирає, коню, вараному коню, вараному под ноги кидає, 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 яшель вимовляє, коза, че соколе, коза, че соколе, возьми мя, На сьогоднішній день багато які фольклорні колективи, апроч заховання народних пісень, відновляються ще й старожитні білоруські обряди. Ми штогод святкуємо Масленицю у Міхановичах, що 25 років її святкуємо. На сьогодні Маслениця прилетіла ластовиця, села пала на жердочку, шалетала весточку, сири в маслі та білі. Ты масленица, полизуха, полизала сыры яйцы каравайцы. Ох ты масленица, красный бурак, кто не женится, вечный дурак. Молочно вам, сырно вам, масляно вам, счастливо вам и нам. Ну, первая песня, она наша масленичная, михановичская. Записали ее тут у Вёски Островы, ну, побач, это у межах Михановичев. Вось. Ну, пяком блины, ходим по Вёске, спеваем, оглашаем вот новоколье новым звуком. После зимы, после затишья, после скованности мы вносим новый звук и новый рух. Иди, зима, до Кракова, знов ты придешь одна. Иди, зима, до Киева, ты нам лето покинула. Иди, зима, до Крынички, ты забирай рукавички. Вот так находимся на улице, накричимся. Это лепшая постановка голоса на поветре. Там поветре управляя, вот спевы на поветре управляя, как костоправ кости человеку. Так и поветре, вот спевы на природе уставляют голос человеку. Знаходить свой голос, свой посыл, натуральный, как надо. Ты ходила, девка, по лугу. Ты ходила, девка, по лугу. По лугу, по лугу, по лужечку, по лугу. Ты по лугу. Дикусив кабар за дагу, дикусив кабар за дагу. За ногу, за ногу, за ножечку, за ногу, ды за ногу. Ды наняла девка косаров, ды наняла девка косаров. Косаров, косаров, косарочка, косаров, ды косаров. Каб скосили три луга, каб скосили. Ранейшому поселку Міхановичу Мінського району. До речі, з ним зв'язані життєві шляхи двох героїв Совєтського Союзу. Одним з перших у Мінському районі ще у 1940 році під час Совєтсько-фінської війни отримав звання героя Іосиф Матрунчик, жихар вёски Кайкова Міхановицького сільського совєта. А льотчик славутої ескадрилі Покришкіна, герой Совєтського Союзу Петр Гучок, вучився у Міхановицькій сімігодці. У 1989 році до Міхановичу була долучена сусідня вёска Острови. А у садочку дав зелененьком, а у садочку дав вишневеньком, ходить голубь ды с голубь.
ансамбль «Колыханка» Зміхановича успевает сегодня нам свои песни и не только. А у голуба да сизая голова, а у голуба да сизая голова, а у голубки позолоченная, у голубки позолоченная. Як убачу Васильок серома, як убачу Васильок серома, каб жена моя такая была, каб жена моя такая была, я бы же я и поло, и мало, я бы же я и поло, и мало, я бы же я и по водицу пошел, я бы же я и по водицу пошел, я бы же я и обед готовал, я бы же я и обед готовал, я бы же я и дитя колыхал, я бы же я и дитя колыхал. Мы записывали казки у Лидии Михайловны Цибульской, да и ездили ты выдатная казочница наша из Зузинского района, звездки Могильная. Ну и коротенькую расскажем вам, коли хочете. Пошел дед поле орать, аре, тое поле аре, выходит медведь из лесу, косматый, голодный, злый. Дед, а дед, я твою кобылу съем. Ай, не ешь, медведь, дай я вот эту полоску дарю, а тогда уже ешь. Ну, медведь послухался деда, лёг на мяжи ляжить, а дед полоску той ары, а тут выскокивает из лесу поливанне. Собаки брешут, трубы трубят. Туру-туру, не бачили зайцов, волков, медведя у поливанне будет. Не бачили, паня. А что у тебя на мяжи ляжить? Колода, паня. Как колода была, так я на навозе ляжала. Дед, а дед, положи меня на воз, а то ж добьют. Ну, дед послухался медведя, да помогал я ему на воз лезти. А тогда уже дали полоску аре. А тут с лесу выскокивает другое поливание. Собаки брешут, трубы трубят. Туру-туру, не бачили зайцов, волков, медведя у поливания будет. Не бачили, паня. А что у тебя на возе лежит? Колода, паня. Как колода была, так я на веровками была увязана. Дед, а дед, обвяжи меня веровками, а то ж забьют. Ну, дед послухался, укрутил его, спавил, як дитёнка, и дали полоску аре. А тут третье шпалевание выскокивает. Собаки брешут, трубы, трубы. Туру-туру, не бачили зайцов, волков, медведя у полевания будет. Не бачили, паня. А что у тебя на возе лежит? Колода, паня. Как колода была, да где я сякера тырчела? Дед, а дед, усунь меня сякеру, а то ж забьют. Ну, дед послухался, медведя взял сякеру, а леж пошкодовал его добрые шкуры, а уторнул вазочек сбоку. Тады да орал свою полосочку и отвез медведя у город, отдал его у цирк. Так як будете у цирку, передавайте привитание тому медведю, что хотел... Деда у кобылу съесть! Жил был бабушки козел, козел шеранькой, белошеранькой, он на стайне стоял, муку сена поедал, муку сеяную, пересеяную, воду цеджаную, переседжаную. Пошла баба по дороге, позбирала родиной, залезла батюшку на двор. Ох ты, батюшка родной, помяни моего козла. Ах ты, бабушка глупа, кто козла запоминал, с козла шкуры дерут, шкуры боты шиют. Станем радио собирать, будем раз напоминать. Стали пытаться, як называться, курка-забытка, кошка-степанитка, коровка-татарка, а бы
Бабочка, копеечка, барынька, романька. Такие цікавные понтанные дети у ансамблю «Колыханка». На этом моя миссия выполнена, и за справу берется Юрась Вашук. Я ж с вами мушу развітатися до наступного разу. Убачимся. Все песни замечательные, одна лучше другой. Некоторые нам, конечно, уже знакомы. Тем не менее, для совместного творчества я решил остановиться на песне «А у садошку друзья Лененьки». Вокалистов сегодня как никогда. Не теряем времени, включаемся в работу. А у садошку да в зелененьком, а у садошку да в лесененьком. Yeah. Раз, два, три, оу. Ходит голубь за лукою. Садочку ты зелененьком, а в садочку ты вишневеньком. Раз, два, три, оу. Я бы зелёй дитя колыхав, я бы зелёй дитя колыхав. Молодцы. Ну вот, запись закончена. Наши маленькие артисты находятся рядом со мной. Ребята, как ваши ощущения? Нормально? Да. Ну, а наши солистки очаровательные, обе, кстати, Катюши, расскажите о ваших ощущениях. Я наполовину волновалась, хотелось, ну, чтобы хорошо спела. Ну что ж, друзья, работа по записи вокала завершена. Более того, обновленную народную песню вы сможете услышать прямо сейчас. Уверен, что синтез прошлого, настоящего и будущего придется вам по вкусу. Я же говорю вам пока и увидимся ровно через неделю.